В Армении День памяти жертв геноцида. Траурные церемонии проходят у мемориала Цицерно-Каберт в Ереване. Из-за пандемии большинство представителей диаспоры и иностранных гостей приехать не смогли. Исключением стала лишь делегация из Франции во главе с председателем Сената. В МИДе Армении по случаю траурного дня заявили, что признание геноцида армян необходимо для их безопасности. В Ереване связали безнаказанность за геноцид с недавней войной, в результате которой армяне утратили контроль над большей частью Нагорного Карабаха. По армянским данным, с 1915 года в Турции погибли около 1,5 миллионов армян. В Анкаре признают большое число жертв, но отказываются считать трагедию геноцидом. Накануне вечером участники траурного факельного шествия в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана. Накануне в американских СМИ появились сообщения, что с признанием геноцида может выступить президент Джо Байден. Сенат США признал геноцид армян в 2019 году, но президенты до сих пор избегали употреблять этот термин, чтобы не осложнять отношения с Турцией и союзником по НАТО. Однако в последнее время эти отношения и так весьма напряженные.